Арестованный в Италии 22-летний марокканец Абдельмаджад Туиль не мог принимать участие в нападении на Национальный музей Бордо в Тунисе 18 марта, выяснила итальянская полиция. Известно, что он прибыл на Апеннины на одной из лодок с нелегальными мигрантами из Северной Африки за месяц до теракта и, по показаниям свидетелей, с 16 до 19 марта был в школе в Милане, где он изучает итальянский язык. Абдельмаджад Туиль был задержан 20 марта по международному ордеру, выданному властями Туниса. Он подозревается ими в том, что был одним из боевиков, атаковавших музей в тунисской столице. В результате теракта, ответственность за который взяла на себя экстремистская группировка «Исламское государство», погибли более 24 человек. Около 40 получили ранения.